Приветствую всех на канале. Сегодня у нас посылка радиоконструктор для сборки мигалки светодиодов, напоминающей фейерверк. Печатная плата прилагается. Печатная плата высокого качества. Все элементы обозначены, двусторонние. Шнур есть и рассыпуха. Вот печатная плата. Это обратная сторона печатной платы. Сначала мы устанавливаем самые низкие детали. Это у нас резисторы, соответственно, обозначенному номиналу на плате печатной. Далее у нас монолитный конденсатор тут идет. Его устанавливаем по месту также. Теперь кроватки тоже в комплекте имеются. Так, теперь у нас на очереди транзисторы. Так, устанавливаем транзистор. Проверяем транзисторы на всякий случай. Так, устанавливаем по месту, где они должны быть. Устанавливаем потенциометр в соответствии с обозначением на печатной плате. Устанавливаем разъем питания. Устанавливаем микросхемы кроватки, обращая внимание на их ориентацию по маркеру на микросхеме. Вот все собрали, всю схему, вот она. В принципе, все нормально. Теперь давайте подключать его питанию. Значит, свет сначала притушу, чтобы лучше видно. Вот. И пошло. Вот такое красивое изображение. Двухцветное. Красный-желтый. Красный-желтый идет. Вот. Сначала красный, потом желтый. Вот так идет, в принципе. Тут еще у нас регулировка есть. Вот. Смотрите. Так, самый быстрый идет и самый медленный. Ну, в принципе, все. Спасибо за внимание. Подписываемся на канал.